В парижском показе бренда Коперни я увидела на руках моделей один интересный декор украшения, который был прикреплен ко всем пальцам. И на первый взгляд кажется, что это какие-то металлические либо пластиковые узкие пластины, но присмотревшись поближе, я поняла, что все-таки это накладные ногти. Затем я уже нашла мастера, который создавал ногти для этого показа, и я часто делаю такие небольшие ногтевые расследования, ищу ногти в сфере модной индустрии, на модных показах, у селебрити и публикую у себя в телеграм-канале. И ногти с этого показа действительно накладные, существует такая форма, она очень длинная и очень клюющая, ее можно заказать на маркетплейсах. Мне очень понравилось, как обыграли эту форму за счет всего лишь одного маленького нюанса, это крепление ее на ногти моделей. То есть, если мы посмотрим на ногти, они достаточно простые, на них нет никакого декора и они выкрашены темным цветом, но за счет того, что их прикрепили не классическим образом вниз, а перевернули наверх, создается очень классный визуальный эффект. И такой примерно наглядно показывает, что накладные ногти — это интересная, классная сфера, которая активно применяется в фэшн-индустрии и пользуется там спросом. Также это огромное поле творчества для мастера. И самое главное, наверное, это развитие нестандартного мышления и нестандартного подхода к своей деятельности и к созданию своих работ.